Ну и так, народ, всем привет. Сейчас мы немножко поиздеваемся над вот этим аппаратом. Сейчас попробую фокусную дать поймать там, где надо. Во. Надеюсь, ничего лишнего в кадр не попадет. Сейчас будет следственный эксперимент. Ну, как я понимаю, кнопки промокли. Но, как я уже говорил при разборке, кнопки сделаны так, что им, по идее, пофиг должно быть на промокание, но не знаю. Аппарат пока... Как видите, лампочка пока горит. Пузырики из динамика, конечно, вышли 2-3. Я это видел. Что у нас, тач? Тач работает. Фокусируется. Вот так вот. Попробую лампочку выключить. О! Вот такой вот это был аппарат. Blackview B8000 Pro. Вот сам он себя рекламирует. Показываю, что вода с него льется. Поплавал. Единственное, что... Ну, как всегда, вы были на канале Латуха показывает. Всем удачи. И это был маленький такой заплыв аппарата Blackview B8000 Pro. Всем удачи, надеюсь на подписку. И чем больше у меня народу в подписчиках, тем больше будет гаджетов и, соответственно, издевательств над ним. Всем удачи и пока.